Привет, друзья, и добро пожаловать на мой YouTube канал и на мой Дзен Яндекс.Канал. Сейчас я нахожусь в городе Кальяри, это столица острова Сардиния. Чтобы попасть на эту браху, блошиный рынок, мы встали сегодня 6:30 утра и проехали 3 часа на машине от того места, где мы остановились. Рыночек этот барахолка, блошиный рынок оказались вот таким мизерным. И, конечно же, люстры мурана и кристаллы, я думаю, да? Но это, конечно же, мураны. Листья растут из лампы. Это тоже мураны. Не знаю, каких это времен все. Ой, вот это уже похоже на наши советские люстры. Чуть-чуть, совершенно чуть-чуть. Утюги. Уже совсем проржавело, посмотрите. Но она еще крутится. Там кто-нибудь есть? Нет, там никого нет. Уже ее, видимо, заклинило от времени. Сейчас мне покажут, как это все работает. Окей. Начинаем кафе. Окей, грация. Я, грация. Окей. And how much this? Начинаем кафе. Прецо. Роби. В общем, здесь надо что-то нажимать. Вот, нажимать. Там все крутится. 25 евро. Окей. 25 евро такая штучка стоит, и вот сюда, видимо, сбрасывается то, что уже перемолото. Но это, конечно же, для декора уже используется. 25 евро, друзья. Это уже что-то, по-моему, похоже на немецкий фарфор. Ну, конечно же, это метертайх, довоенный причем. Ну и он тут то комплето, абсолютно. Ну и вот такие светильники, как называются, они клавирные светильники. Нет, скорее всего, это настенные. А вот смотрите, есть даже путу, маленький путу. Все возможные висюльки, на любой вкус висюльки. Ох, вот это какая красота. Вот мне, чем не замызганнее, мне все по сердцу. Смотрите, это стекло. Вот такое мне нравится. Хоть что мне пишет кто в комментариях, что старина это ужас, и как это можно восхищаться такими вещами. Ну как нельзя восхищаться? Это все даже до нашего времени, это кто-то делал. Причем производство было совершенно другим, все делалось вручную, все это выдумывалось, представляете? И все это должно было воплотиться в жизнь. Ох, вот какая красота. Они тяжелые, это металл. А такое ощущение, как будто это вот как флорентийские подносы. Смотрите, здесь зеркало по краю как будто приломленное, да? Вот эффект такой, вы представляете, когда будут свечи эти гореть? И как это все будет отражаться в зеркале? Ну чудо. А это какая? Вы посмотрите, она скомбинирована, это керамика и стекло. Такое я впервые вижу, мне очень, очень мне нравится. Смотрите, здесь даже ценник есть, так, сейчас глянем. 200 евро цена. Прекрасная цена, я считаю. А это с какой-то короной наверху. Их здесь много. Видимо, с одного дома, я думаю. Очень симпатичный кувшинчик. Видимо, очень старинный, весь уже облез. Тут там написано Черути. 23 евро. Вот я объявляю вам цену, потому что говорите, что я не говорю ничего. Если их нет, то я не говорю, а и спрашивать. Я как-то сильно затрудняюсь. Вот, пожалуйста, басана, вся в кракелюре, подвесные тарелочки. И здесь, видимо, разная тема. Сельской беззаботной жизни, да, как говорится. Какие-то тут прям бомбасики для водки. Рыбы керамические тоже, видимо, басана. А это что-то китайское или японское. Тяжеленькое. А, нет, это Англия. 35 евро такая вот пошка. Ну, свистит. Тут все вот такое английское. Эта штука под сыр или под масло. How much is? А, там написано. А, окей. 60. Окей. 65 евро. Are this together? No. Окей. Okay. Это 65 евро. 60. В общем, 130 такой набор. Ну, такие вещи очень ценятся у нас в Германии, я знаю, вот эти вот масленки тоже безумно дорогие. Там что-то, по-моему, немецкое стоит, я вижу, подчертание. Чашка вот суповая. Уже не полезу, друзья, туда. Вот что есть в Италии, то есть. Это всегда приборы прекрасные, серебряные и вот такие вот прекрасные металлические вещи. По-моему, в Германии такого нет. Смотрите, ложечка, вилочка. Ничего я не вижу на ней. Ох, лопатка. Ну, лопатка это, видимо, для вот так вот, да, загребать. Гребем. А это кто с ушами здесь? Это, видимо, такая... Ничего не поняла. Ничего производства. Ну, это кувшин такой смешной. Забавный.
А вот как раз эта тарелка Сардиния, это остров, на котором я сейчас нахожусь. Видимо, да, кстати, ценится, славится керамикой этот остров и кораллами. Я еще туда поеду. Картина старинная. Ой, и вот, опять же, кофемолка такая же точно, да, но немножко получше состояние. Даже есть какие-то буковки, да. Наверное, дороже стоит, раз она в таком состоянии. А кастрюлька-то какая? Посмотрите, вроде бы, да, обычная кастрюлька. Она тебе, вот так вот она украшена. Надеюсь, у меня получится видео хотя бы на 20 минуток. Барахолка на самом деле не очень большая. Что это такое? Кастрюля, либо, видимо, для жарки, для готовки, да? На каком-то столике очень низком, деревянном. Кто знаком с итальянскими традициями, расскажите, что это. А то, может быть, это опять какая-нибудь грелка, я не знаю. Думаю, что, как я думала, что одна вещь была для икры, а она оказалась грелкой. И тут картина. Говорят, что картинами я не интересуюсь. Я в них вообще не разбираюсь. Если мне нравится, то мне нравится. А так я даже не могу сказать, кто это, что это, какие это времена. Вот такие картинки есть здесь. Кто интересовался? Без Мурана тоже, наверное, ни одна барахолка итальянская не обходится. Ну, какие гусики. Парочка гусиков. Или это лебеди. Птички тоже парочка. В общем, каждой твари по паре. А это, видимо, такая вот вазочка в виде... Наверное, это кит, судя по хвостику. И вот этот кувшин мне очень нравится. Низенькие, плоские. Мне нравятся такие, как сказать, нестандартные вещи. Приплюснутые. Ну, в общем, вы поняли, да? Приплюснутые. Странные. Рамка. Это чеканка, видимо. Ой, она очень-очень горячая. Хоть на ней яйца теперь жарь. Да, хочу сказать, что сегодня 32 градуса, но не чувствуется на этом острове температура такая высокая. По крайней мере, меня не чувствуется пока. Смотрите, это как-то сплетено все. Хочу сказать, что это не нитки. Очень тоненькая соломка, причем она перекручена, и вот так вот она свитая. Очень интересная. Я сама люблю заниматься рукоделием, но сейчас мне нет времени. Но когда я вижу такие вещи, я всегда с удовольствием рассматриваю. Ковер тоже с лотком, очень интересный. Ой, он такой мягкий. Может быть, даже это не ковер, а это, может быть, какое-то покрывало, скорее всего. По текстилю пройдемся, друзья. Итальянский текстиль – это, конечно, качество неимоверное. Смотрите, это все соткано, это все кружево. Не знаю, хотела сказать, ручная работа, теперь я сомневаюсь. Может быть, это даже машинная работа. Ну, хочу сказать, здесь выбор не очень такой, но то, что я видела в Венеции, кружево. Даже неописуемое кружево. Кружево, кружево. Это было неописуемое кружево в Венеции. Смотрите, что я нашла, коробочку с чашками, с тройками. Но я думаю, что это все Англия, да, скорее всего. Так, это без клейма. Вот, кстати, ценники сразу. Не вижу ничего. 35 евро чашка. Да, это вам не те коробки, что в Германии. Без клейма, без цены, с трещиной. Это тоже без клейма. Да, состояние, конечно, не ахти, но думаю, что это все старина старинная. Вот тоже чашка с трещинкой лежит. Так она там приклеилась. И не могу ее поднять. Это тоже Англия, судя по дизайну. Индийское дерево называется. У меня было что-то подобное. Я не показывала. Не точно такое, но было. Уже сейчас нет. Думаю, что это Англия все-таки. В общем, мы все поняли. Какие-то пластинки. Вот это моему мужу интересно. Пластинки, ну, конечно, не такие. Он любит рок. Что тут есть такое интересное? Пожалуйста. 20 евро тарелка. Нет, я не согласна. Такими ценами совершенно. Еще реврес, что-то такое похожее, не буду утверждать. Без клейма кто-то кого-то одевает. Ну и путы, конечно же, без них никак. Это похоже, это, видимо, были когда-то трио, а сейчас их нет. Это английская посуда, она и у нас в Германии тоже валяется в коробках, никому не нужно. Часы, ой, это 230 евро часы такие. Телефон 120, патефон. Я не знаю, сколько стоит, я не вижу. Звонок, это же тоже телефон, да? И стоит он 180 евро стоит.
такой древний телефон. Здесь что за вещи, я не знаю. Ну вот это вот для телеграфа, да? Это весы, коробки, я не знаю, что такое. Это, наверное, весы там были, да? Вот такие весы и вот такие часы потрясающие. Вот такие принадлежности стоят 55 евро. Зеркало и щетка с микровышивкой. Очень красивая. Ну-ка, с другой стороны тоже вышивка. Да, тоже вышивка. Конечно же, мебель. Покажу вам. Корабль. Смотрите, какой. О, какой столик. И он, по-моему, регулируется, да? Там кто-то что-то начищает. Тут, по-моему, кто-то с кем-то торгуется, и они уже ругаются. Стул. На столе цены нет. Эх, вот такая курочка у меня есть. Недавно откопала. Ценника нет. Как я ее чистила, вы бы видели. Только чуть ли не зубами ее отдирала. Собака с глазами-то, что у нее, у этой собаки. Кофейник симпатичный. И вот такая вот тиринья, да? Ох, вы посмотрите. В японском стиле разрисована или в китайском, уж я не знаю точно. Кормящая мама. И кто эту кормящую маму сделал? Кулизанны, по-моему, что-то такое. Я не могу прочитать, я не владею итальянским. Но какой-то итальянский мастер. Не понимаю, что написано. 7 евро. Такая маленькая супница, да, или соусник. Вот такие штуки мне нравятся. На ножках металлические стекла, либо это хрусталь. Вот такой готовый уже набор для употребления. Вот такие кофейнички мне нравятся. Цена 85 евро. Но это, конечно же, Англия, 100%. Вот такой набор. Так, что там написано, надо читать и вникать. К сожалению, я не вижу так сильно, что там написано. Вот они, эти троечки. Здесь они стоят 30 евро. Это Англия. Роял. Не вижу, что это роял. Хочу сказать, что не очень легкий фарфор. Но очень даже милый. Тоже какие-то чашки, мока. Ох, это Зелтман, представляете. Вообще всегда удивительно найти что-то немецкое в других странах. Это Хученройтер. Цены я не вижу. Цены нет. А это какое-то стекло. Как называется? Паловое, да? Вот эта рамка очень симпатичная, хочу сказать. Сколько стоит? 60 евро. Очень даже хорошенькая. Стекло очень толстое. Не знаю, это фотография или это просто как литография вставлена. В основном здесь английская посуда, как я понимаю. Откуда столько английской посуды в Италии? Так, цена 60 евро тоже. Такая вещь. Надо, кстати, сфотографировать ее. Смотрите, птичка на цветочке. Здесь украшения. Я всегда мечтала, когда буду бывать в Италии, накуплю себе каких-нибудь прекрасных фирменных украшений. Но пока я ничего такого не нашла. Один раз клипсы, отвок и все. Но здесь в основном брошки. Посмотрите, какая красота. Я раньше очень сильно любила брошки, потом этот период прошел. Я так показываю, да, друзья, на все в кучу. Вот эти очень красивые листочки. А сейчас мне больше нравятся клипсы. Винтажные я обожаю. Какой-то цветочек, либо желудь. Нет, наверное, все-таки цветочек. Еще что мне здесь нравится. Так тут все и не усмотришь. Вот с какими-то голубенькими загогулинками. Я не знаю, видно или нет. Тут темновато. И вот это мне очень нравится, веточка. Видите, да, она положена поверх каких-то аврора бореалии, да, эти вот стразики. На птицу похоже, кстати, да. Вот этот листочек с жемчужинкой тоже мне очень нравится. Чудо, конечно. Цены. Цены я не вижу, но вот 45 евро что-то стоит какая-то брошка, по-моему. Думаю, в пределах. Тут даже есть маркировка. И, по-моему, Made in Germany написано на какой-то. И больше я цен не вижу, друзья. Ой, маленький бэбик. Вы посмотрите, что это за материал, я не знаю. Похоже, что порцелан. Там что-то написано. Но я думаю, что это все-таки было игрушкой, да? Это не сувенир, не фигурка. Я думаю, что это была когда-то игрушка. И вот такая очень древняя шкатулка. Я думаю, что это костяной фарфор. Очень она легкая, тонкая. С такими ручками декоративными. Золото. Ну, это югенстиль. Очень... очень симпатично. Что это такое? Для чего? Ах, это, ну, конечно же, это для чернил. Уже покуцано немножко. Думаю, что это басана, да? Скорее всего. Уж не буду переворачивать ее. Звоночек. Такой маленький пута там сидит, ангелочек на рожке. Так,
обойду, потом покажу вам его лицом. Вот такие вещи, друзья. Я сначала думала, что это такое. А это вот эту, допустим, у кого болезнь легких, покупают вот эту штуку, идет в церковь, там есть специальный уголок для таких вещей, туда эта вещь располагается. И, по-моему, молитва какая-то к этому еще приносится. Или служитель церкви потом молятся. Я точно не знаю, читала очень давно об этом. Сердце, вот это вот грудь, тело, живот, глаза. В общем, за это все можно молиться, и в церкви, по-моему, за это молятся, чтобы это все выздоровело. Об этом я случайно узнала. Сначала я думала, что это вообще формочки для печенья. Потом думаю, почему грудь, почему нога, почему глаза. А потом случайно вычитала. Такие здесь есть вещи. Смотрите, лики. Даже не знаю, сколько это может стоить. Ой, а вот это что? Это тоже какая-то грудь. Смотрите. Какая-то она древняя, предревняя, наверное, керамическая вещь. Ребенок, грудь. Ну, это, наверное, для продолжения рода, для рождения. Тоже что-то значит эта вещь. Совсем чуть-чуть украшения. Ну, такие украшения, кстати, и в Германии можно встретить. Вот это вот чудо. Ах, это Наполе, да. Посмотрите, какая вещь. Хочу, сколько стоит, скажите мне, хочу захапать и унести в свою норку. Прелесть какая. Так, спрошу, сколько стоит. Это альбом. Это дерево, да? Нет, наверное, это кость, скорее всего. Или перламутр, может быть, все вместе. И вот такие вот есть окошечки для фотографии. Списано, наверное, все вручную, да? Скорее всего. Это для чего? Скажите мне. Ну, это, думаю, может быть, это мыльница. Или макать пальцы, чтобы что-то считать. Знаете, как вот такие помакашки были. Часы. Ох, похоже на мои тоже. У меня такой мужчина с часами. Ой, с птицей, то есть. Тяжелые. Думаю, бронза. Принадлежности. Тут, конечно, все дорого, хочу сказать. Ух ты, даже с водичкой там. Так. Ах, вот и так открывается. Ой, ну классно, конечно. Так, ну, мне надо его сфотографировать. И одна женщина собирает, надо показать. Или это она все вместе продается, скорее всего. Вот кто увлекается шитьем, какими-то костюмами, вы посмотрите, что это за вещь. Я вот раньше шила, я вот просто болела такими вещами. Это пряжка, да, для пояса. Посмотрите, она в отличном состоянии абсолютно. Кто занимается историческими костюмами или умеет как-то все это вместе сочетать с сегодняшними платьями. Я не знаю, что это такая, но она очень симпатична. Какие-то щипчики, да, что-то брать. Ах, это проявлять фотографии. Шучу, конечно же, друзья, не знаю, что это такое. Я еще не спросила. Сумочки из бисера. Так, это зажали, а это на свободе. Надо вот так смотреть. Ох, она тяжеленькая. Такая красота. Вам показать этого человечка лицом. Вот показываю. Это ваза, да? Там стоит клеймо, друзья. Кто разбирается, вот такая вот рогаточка там стоит. Я опять ничего не вижу. У меня другие очки. Я в контактных линзах. Обычно я в очках. Вот такой вот человечек. Мужу им тоже понравилось. И шкатулочка, друзья, ушла за 25 евро мне, мои ручки, Каподемонте, Наполи. У меня уже есть кое-что, один ангелочек я еще не показывала. Вот это будет ему компанию. Мой муж тоже с покупками. Кто это? Это кто? Это Чичирима. Футболист. Футбол. Ну, мой муж в своем ассортименте, он ищет такие штуки, он фан футбола, итальянского, и испанского, и немецкого. Вот он, смотрите, довольный. Вот это покрывало очень сейчас внимательно все рассматривали. Какой-то мужчина здесь знаток ходит тоже. Смеются надо мной, как я говорю, тут на английском, пытаясь что-то на итальянском сказать. Они очень пристально рассматривали эту вещь. Смотрите, это соткано так, да? Это покрывало такое. Очень красиво, мне очень нравится. Ух, был бы у меня какой-нибудь домик на берегу, чего-нибудь. И я бы его одела, обула, какие-нибудь такие вот вещички миленькие. Это дерево. Я точно знаю, потому что я его уже пощупала. И вот такая дорожка, это, наверное, да, смотрите, с какими-то зверями сказочными, мифическими. Так, только я не уверена, это изнанка, наверное, скорее всего. Да, вот, смотрите, вот это вот лицевая. Ой, это олени. Вот это понятно, что это олени, а с другой стороны, это какие-то мифические олени.
Вот ее положили так наизнанку, что ничего не понятно. Но прекрасно работает, это все соткано, представляете, на этом челночном аппарате, да? Вроде бы как. Да уже какие-то там зверюшки есть. В общем, продавец сказал, куда хотите, туда и вешайте. Хоть на улицу, хоть room, в комнату, рассказывает. И даже в сад можно повесить, он говорит. Вот смотрите, какая. Yes. Кстати, одно время было очень модно из бусинок такие сумочки. Ух! Like this. 200 евро стоит такая лампа. Yes. Сумочку мне показали. Я зашел. Ой, я уже и по-немецки заговорила. Я стесняюсь вообще-то, друзья. О, тишенройте. Представляете, дойче. Процела. Маму уже понравилась лампа. Вот это вот. This. Вот это, да. This. Ну, какой-то у него торшер, да, малюточка торшер совсем маленький. Так, сейчас он нам все продаст. Он уже все, ринулся нам все продавать. Вот здесь, посмотрите, это набор на подносе. Кофейник молочный, заварничек маленький, да. Сахарница. Это Париж, мне сказали, Париж. Я думаю, что здесь очень много из Лиможа. Ну, французская здесь очень много, так вот. Судя по орнаменту, ну вот это вот Лимож. У него все вот такое собрание тут, сочинение лиможских. Вот это что такое, я не знаю. Вот такая шкатулка тоже симпатичная. Кстати, известные есть тарелочки в Германии тоже. Много повторяли этих декоров. Вот такая вот вещь. Это хрусталь. Тут еще что-то должно быть, видимо. На подносике мне очень нравятся такие вещи. Вот чайник какой. Заварник, вернее. Ну или кофейник, уже запутаешься. Интересно, можно еще пользоваться, или это только для декора? Фигура, смотрите, на животе у него ракушка. И инкрустировано все камнями. Прекрасная вещь. Ой, такой ветер. И графин. Вот это потрясающий графин. Но я думаю, что это 20-е годы. Вот такой набор с ложечками. Я думаю, что это сахарница, да? Скорее всего. В общем, здесь, наверное, посеребрённые вещи, скорее всего, да? Вот здесь, смотрите, такой порядок в этих вещичках. Ах, вот эта вот фирма очень известная. И причем они продают свои изделия в парфюмерных магазинах. Я тоже покупала клипсы этой фирмы. Мне очень нравится. Они очень красивые делают вещи. Вообще в Италии прекрасная бижутерия, хочу сказать. Это что такое? Так, все узнаем. Ничего не написано. Просто красивые клипсы. Вот это что за стекло? Смотрите. Покрытие. Наверное, все-таки это какое-то мурано. Покрытие. Думаю, что это серебро какое-то. Но такое, друзья, в Германии мы не увидим. Милые-милые вещи. Бархат внутри. Что это такое, я не знаю. Что это за материал, интересно. Маленький путто. Что-то там стоит. Сумочка, друзья. Шкатулка, да, наверное. Может быть, для таблеточек. И вот такая вот тоже. Ух, и она тоже бархатом отделана внутри. Впервые такую вижу, чтобы фарфоровая вещь была отделана внутри. Не знаю, кто это, скажите. Вот это вот какая-то подвеска, да. Но это иконка. Видимо, какой-то оберег, да? Вот это что? Это лупа. Вы посмотрите. Два шила, да, и лупа. Это же лупа? Нет, это не лупа. Что это? Ну, я думаю, что это для какого-то рукоделия, скорее всего, да? Поправьте меня. Мне понравился вот этот петушок или курочка, пасхальная тема. Это керамика. Просто 10 евро. Ну, без клима, кракелюр. Это же, не знаю, что-то дороговато. Лимож, кругом лимож. Лампы масляные. Посмотрите, какое прекрасное собрание. А вот это вот зеленое с лицами особенно, да, хороша. И хочу показать вам вот такой мокосервизик, он разбросан по всему столу. Это вот, смотрите, немецкая Байеройтер. Он говорит, что это комплект. Кстати, у него еще и немецкие кружки есть. Смотрите, всевозможные. Он работает в Германии, видимо, напрямую. И даже есть баян какой-то, и даже шкаф, и даже свечка. В общем, я купила шкатулочку Каппадимонте. Мне продавец сказал, что это музей. И мой муж, у него прекрасное есть свойство исчезать. Он только что был рядом, и все, и он исчез. И я одна стою посреди этой площади.
Спасибо вам огромное, друзья, за внимание. Мы успели только к шапочному разбору. Всех крепко-крепко обнимаю. За всех, друзья, молюсь. Ваша Лена. До новых встреч.